вас приветствую на презентации книги «Главное правило жизни». Эта книга объединяет в себе основные ценности и житейские принципы наших выдающихся современников, которые некоторые из них присутствуют сегодня здесь, бесспорно уважаемых, талантливых, очень-очень мудрых людей. Для кого эта книга и в чем ее самая главная ценность? Для любого человека, который задумывается, что такое жизнь, как мне жить, и, в принципе, хотел бы, во-первых, структурировать. Мы все этим занимаемся, вольно или невольно. Мы создаем собственную систему ценностей в течение жизни, мы формулируем свои правила, мы можем признаваться себе в этом или нет. И здесь это возможность как раз довести их до какого-то четкого выражения, свои собственные правила. Мы же не навязываем, понимаете, у каждого свои правила жизни. Но вот такие моменты, такое чтение, оно помогает сверить, во-первых, свои правила, а во-вторых, наверное, чуть-чуть их где-то скорректировать, помочь себе. Книга для очень многих людей, и мне кажется, под Новый год она станет отличным подарком. Людям деловым, людям, которым просто хочется отдохнуть и провести как-то приятно время, в общем-то, достаточно для вот такого широкого, думающего круга читателей. И еще мы с вами в самом начале не сделали очень важную вещь. Здесь есть еще два человека, без которых эта книга, она бы просто не могла состояться. Когда у меня возникла идея, я, естественно, пришла с ней в издательство, но она была в иной форме выражена. Я думала делать интервью, которые, вот, знаете, полновесные такие. Да? Вот ты разговариваешь с человеком по тем вопросам, которые касаются жизненных принципов, жизненных ценностей, на полтора, на два часа, и потом делаешь на 10 страниц такое интервью, где каждое слово... Я пришла к Сергею Черкасову, который в издательстве «Эксмо», очень важный и нужный человек. И он говорит: слушай, да, хорошо, классно, люди интересные, все это действительно может иметь смысл, но только давай не надо столько слов. Уже в нашем веке никто столько слов не вынесет. Цитаты, будем высказывания и цитаты. И тут я вспомнила Льва Николаевича Толстого, который говорил, что книга изречений, она не убивает мысль, она наоборот заставляет человека думать. Я думаю, да, действительно, давайте так. И дальше Сергей передал меня редактору издательства «Эксмо» Лидии Ощеверовой, которая... Тоже, в общем, мы там спали, дневали, ночевали, поскольку я очень такой скрупулезный, кропотливый человек, быстро не могу работать, работаю медленно. И это именно причина того, почему я одна никак не справлялась, и мне пришлось уже еще обратиться к журналистам, к Марине Зельцер за помощью вот в том, чтобы собрать эти 50 с лишним интервью. Все, я молчу дальше, потому что это уже неприлично. Спасибо. Николай Николаевич, с вас начнем. Вы ученый, преподаватель. Но при этом вы настолько счастливы. В чем ваш секрет? И сразу вопрос, но в конце недели, почему вам важно было участвовать в этом проекте? Что вы хотите донести? Ой, это большой секрет для меня. Что-то я даже не знаю. Вот, ну, как-то у вас три вопроса одновременно. Ну, в общем, что, почему, я не знаю. Это само собой получается. Но, наверное, просто потому что мне как-то всегда радостно видеть людей, радостно общаться с ними, не только с животными, даже не столько с животными, я бы сказал. Все думают, что вот это... Однажды меня так подвела одна журналистка, которая... Взял мне интервью хорошее в газете, а потом заглавие придумают вот главные редакторы. Все, знаете, сидят там, что бы такое выкинуть, да? Это вот главный редактор ваш сидит, да? Он не главный. Ну почти главный. Но все-таки обычно важный человек, вот этот важный человек потом говорит, да, ну да что-нибудь такое. И вот и вдруг я вижу заголовок, ну думаю, ну раз человек так любит животных, а значит, ну что-нибудь ему такой заголовочек. И вдруг поговорку ставят, значит, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Ну, знаете, это такое очень популярное такое выражение, которое, кажется, так вот всем любителям животных так и должно быть, так сказать, принадлежать или выражать их отношения. Я категорически против этого. Я прям потом уже в специально другом интервью говорю, вот чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю людей. И все, и на этом закончено. Вообще любить людей, любить животных – это две самых разных. Ну, слово «любовь» мы говорим о богатстве русского языка. Любовь к Всевышнему, любовь к, ну, к святым, любовь к планете нашей, да, общая любовь. Потом любовь к
нашей отчизне, к родине, правда? Любовь к нашему народу, любовь к семье своей, любовь к детям и внукам – это одна, любовь к жене – другая, любовь к родителям – почтительная. Это вообще святая любовь, чти отца твою и матери твою, и да благо будете, и долговечен будешь и на земле. Правильно же? Это прямо так сказать из 10 заповедей. Я вот все подумал, если бы попробовать, вот надо было бы это сказать даже вот в книге. Ну, теперь, да, вот если попробовать соблюдать 4 заповеди, ну из 10, ну там первые 5 заповедей относятся отношение человека к Всевышнему, там, что Бог один, что его нельзя, так сказать, кумир из него делать, что нельзя никаких изображений делать. То есть вот это одни делают, а другие не выполняют, это еще вопрос спорный, что лучше, что хуже. А вот 4 заповеди, относящиеся к человеку, это не убей, да, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй. Ну и последняя заповедь, вообще 10-я, отражает, между прочим, отношение мужчины к различным объектам собственности в рабовладельческом строе, который был тогда, когда писали эти 10 заповедей. Когда говорят, не пожелай жены ближнего твоего, да, все говорят, о, как, это же перед этим была заповедь не прелюбодействуй. Что это повторение, что ли? Нет, голубочки. Не прелюбодействуй, это вот, ну, понятно, тут пояснять не надо. Вот если бы я говорю, 4 заповеди соблюдаю, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, ну, не обманывай вообще, и не прелюбодействуй, можете представить, мир был бы на всей земле, но никто никого не убивает. Каждый день мы слышим, как эти везде войны идут, религиозные какие-то, за территорию, за воду, за так называемую какую-то конфессию свою, понимаете, причем внутри даже одной религии что творится. Если бы вот этого не было бы, не убивали бы люди друг друга, не воровали бы, и не лгали бы, и не прелюбодействовали, то есть и семья бы сохранялась, и все, ну то есть был бы рай на земле. Я вот больше всего времени провожу на работе, но потом, наверное, сплю. Но все-таки самое главное для меня – семья. И, в общем-то, если говорить там смысл жизни, наверное, все-таки смысл жизни в движении. И вот прочитав, меня когда пригласили вот, там интервью в эту книгу дать, ну, я как-то, то есть, не чувствую себя мэтром там, чтобы то, какие-то. А потом, когда вышла книга, у меня фамилия, она по алфавиту самая первая. И вообще я, то есть, вот чувствую, то есть, неудобство перед теми людьми, которые были в этой книге. И действительно, я вот эту книгу многим своим друзьям дарю, говорю, вот там первый я, это вы не читайте, а вот дальше. То есть, есть действительно, то есть, такие мысли. И самое вот главное в этой книге, что я, прочитав ее, вынес для себя, это то, что мы говорим об одном и том же, об одних и тех же ценностях, но разными словами. Вот сила в единстве и многообразии. Спасибо. Здорово. Сергей Ильич, вопрос к вам. Вы врач, наверняка многие люди хотят с вами пообщаться, поговорить о здоровье. Были ли вы, что вам предложили поучаствовать в таком проекте, который не сугубо медицинский, а такой философский? Я, наверное, удивлен не был, но я был немножко напряжен, потому что вести откровенный разговор можно с человеком, которому ты как-то доверяешь. Когда Диана появилась, все сложилось само собой, и такое раскрепощение наступило. Да? А вот до того, конечно, было напряжение определенное, потому что давать такое интервью, рассказывать, в общем, о себе – не так просто, не так просто. Я думаю, что каждый, наверное, это испытывал, вот это проявление такой степени искренности. Это было не так просто. Вот. Но сейчас абсолютно просто. Да? Я вам скажу почему. Потому что не просто было удержать вот эту степень искренности, не хотелось врать. А сейчас просто, потому что я действительно сказал то, что думал, и ответил так, как я думал. Поэтому сейчас просто. Сейчас мне как бы легко смотреть на эту книгу. Но я вот что хочу сказать, я тоже ее полистал, посмотрел. Я хочу с Романом полностью быть солидарным. Удивительное дело, что другими словами,
Но у большинства абсолютно в точку ответы на все вопросы о семье, о счастье, о работе, о смысле жизни, но в точку. Это говорит о том, что, в общем, мы, конечно, очень такие единые люди. Вы знаете, от воспитания, от нашей культуры у нас что-то общее есть, это правда. Ну, о себе всегда рассказывают. Трудно обычно я это делаю с помощью книг, когда себя превращаю в других героев и уж им позволяю делать все, что угодно. Таким образом я скрываюсь как бы и приоткрываюсь одновременно. Но ничего, я как-то вышел из этого положения. А мне сейчас хочется не говорить не о своем участии в этой книге, это для меня уже большое событие, мне хочется сказать о книге как таковой. А в советское время, если кто помнит, были очень в ходу, были очень популярны такие сборники, да, «В мире мудрых мыслей», там «Афоризмы», издавались на плохонькой, правда, бумажке, но таким приличным для советского времени тиражами 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, ну, это рядовые были тиражи, нормальные. Здесь тираж поменьше, но меня радует сам факт выхода этой книги, вот почему, сейчас скажу. Мы привыкли, если мы признаемся себе честно, привыкли не уважать свое время. Вот слова типа и время, и пространство, в котором живем, да, вот то обзовет Рашка, там эта страна, там время поганое, подлое и так далее. Время наше, конечно, с огромным количеством недостатков, и люди разные бывают. Но я, как и Николай Николаевич, я учусь в процессе жизни все больше уважать людей. Вот правда, учусь, потому что, оказывается, этому это не всегда дается сразу. Этому нужно и можно учиться. И вот когда я пролистал эту книгу, да, и увидел, сколько интересно, мне ее интересно читать было, просто читать интересно, какие-то вещи парадоксальные, вот открыл, наткнулся на мысль, например, Табакова, которая кажется мне очень глубокой, следующее его изречение: «Наша сегодняшняя всеядность подготавливает нашу завтрашнюю ненужность». Вот тут хочется сделать такой выдох и подумать. Мне кажется, очень серьезные мысли, и таких мыслей много. И я подумал, что людям, которым эта книга в руки попадет, она скажет вот о чем. Есть в наше время еще люди, которые умеют не просто красиво сказать, да, а умеют хорошо и крепко подумать. Умеют что-то очень точно и верно сказать. И что мы все время читаем вот этих вот покойников, мудрецов, конечно, замечательных, Ницше, Киркегор и так далее, а оказывается, и среди современников есть умные люди. И пусть это для кого-то будет приятным открытием. Я, знаете, я почувствую огромную потребность уважать свое время. А огромную потребность уважать свою страну мне мешают. Часто. Причем люди, которые стоят во главе, мешают больше других. Я хочу уважать людей, которые окружают меня. Я благодарен этой книге не за то, что я в ней появился, честное слово, а за то, что с ее помощью это уважение к окружающим людям во мне станет больше. Спасибо всем. Стиана, я нашла контакт, думаю, легко, я ее уболтала. Наверное, как? Просто не дала ей возможности какой-то, не знаю. И, может быть, разность каких-то наших темпераментов тоже, она здесь в плюс работала, мне так кажется. Мне очень комфортно, и мне кажется, что нас сейчас одновременно раздирает некая идея, чтобы сделать второй том. Потому что, в том числе, что мы хотим охватить тот большой пласт, который остался, потому что делали много лет, мы в том числе, и куча людей осталась просто за кордоном, что называется. И вторая часть, почему хочется, потому что с Дианой. Мне лично было очень комфортно и интересно. И, может быть, какой-то мой более журналистский такой взбудораженный, не знаю, что ли, там ум или сознание, Диана приводила немножечко в какое-то такое равновесие, такое чуть математическое, хотя она и писатель. Но писатель, может быть, больше даже выстраивает, что, чем журналист. А самое необычное... Мне задали, да, тоже вопрос на засыпку. Хоть и всех помню, думаю... Смакаревича что, да. Под водой. Вы знаете? А, да. Меня поразил... Меня поразил... Вот, я плавать не умею. Это было бы самое экстремальное, точно.
А с Марком Анатольевичем Захаровым, ну, я практически со всеми, не со всеми, но, скажем, 70% людей, кого я делала, их все-таки знала. Марка Анатольевича тоже не один раз. Но меня потрясло, что человек, во-первых, откликнулся достаточно быстро. Кроме того, что я ему принесла заранее, показала, как это может выглядеть на нескольких примерах. Когда я пришла, то было домашнее задание подготовлено, он мне положил листочки, несколько, это была там одна, там, может быть, пятая, но это было написано 6, наверное, вопросов, на которые такие хорошие ответы были. Меня это как-то потрясло очень. Вот. Кто еще? Ну, я не знаю, долго сопротивлялся. Знаете, опять же, были люди, которые долго говорили, что они хотят, что им очень интересно, и опять же их знала на интервью. Не буду называть, надеюсь, что они будут. Но они как-то потом почему-то испугались, что они не смогут вот концентрированно, что их выжмут, и это будет сухой отжим. А вот, а были люди, например, которые долго сопротивлялись, как Леша Серебряков. Он не любит все этого. И я долго уговаривала, и в конце концов ни одной проблемы не было. Я его тоже знала, но вот как-то вот все настолько вот идеально сложилось. Ну, кто, я даже не знаю, про кого. С кем-то действительно по два раза приходилось встречаться, потому что они говорили, как Гармаш, например, что его увлекло, и он времени мало, но он обязательно хочет продолжить. Кто-то, как Диана сказала правильно про Николая Николаевича, у меня был монолог, почти монолог. Нет, вначале я о театре долго говорила Смелянскому, но потом получилось, что его так это увлекло, и я как-то увлеклась сама этим, что мы о чем-то не поговорили. Я все время переживала и говорила, что это недоделанное интервью. Потом поняла, что, может быть, это правильно. И вот сейчас услышала, как подтверждение, еще раз успокоилась. Диана, давайте что-нибудь по поводу интервью. Да. Давайте мы. Мне тоже интересно, какие у вас были самые необычные. Ну, я про самые необычные, наверное, не скажу. У меня были интервью интересные. Нет таких, которых не было. А секрет в том, что, конечно, у меня было право выбирать, во-первых. Ну, вот так как-то даже говорить-то странно. Но действительно ни одного случайного человека в этой книге нет. Здесь все авторы... Те, которые не только чего-то в жизни достигли, но они действительно создали. Это или открытие великое, или это тот образ жизни, на который нам всем нужно просто смотреть, и дай бог, если мы чему-то научимся. Ну вот, например, первое интервью было с Познером Владимиром Владимировичем. Это то, с чего вообще началась эта книга, в принципе. И дальше я начала думать, как бы вот сложный список, согласитесь. Действительно, да, много людей, которые на виду. Много людей, которых мы каждый день видим на экране, в журналах, на обложках, но не всегда зерна в этой горе плевел, ну, вот так вот легко находится, честно говоря. Ну, я беру всю прессу, да, я не говорю, что это какое-то конкретное там издание. И поэтому вот момент интереса, и как только я понимала, что да, меня этот человек увлекает настолько, что я не могу никак забыть и не думать о том, чтобы встретиться. Это совершенно со всеми людьми, с которыми состоялось интервью, была именно вот такая ситуация. О Романе Ивановиче я узнала, например, из интернета, просто находясь в Фейсбуке, я вдруг прочитала, меня это поразило, просто я не могла никак удержаться, как 19 детей усыновленных, четверо своих, на мой взгляд, это, ну, это то, к чему мы все должны стремиться, но непонятно, когда и как мы к этому сможем прийти, поэтому было очень важно, чтобы Роман Иванович рассказал и о воспитании, и о том, как можно, я еще из личных интересов, здесь же не только, вот, знаете, цели книги, эта книга мне лично очень многое дала и очень серьезно изменила мою жизнь, действительно. У меня очень долго были нерешенные вопросы именно в области усыновления, и после встречи с Романом Ивановичем я смогла себе ответить на многие вопросы, то есть для меня это было откровение, открытие, и практически каждое интервью в своей части, в своей области, оно вот таким образом влияло на меня, меняло, но я надеюсь, что все это в лучшую сторону. Поэтому книга такая непростая, когда будете открывать, будьте готовы к тому, что в чем-то и где-то вы, может быть, тоже будете меняться.